ярко. Мы двинули в тур. Самый главный косяк у нас то, что едут с нами в Прибалтику не все. Женя не получил визу. Ребята, кто? Будем как-то так. Новгород. Надо было раньше. А это Оксимирон. Я зарифмую. Бачит. Короче, сходил сейчас на стойку информации, ребята. Вы знаете, по поводу судьбы Сережи. Знаете, что мне сказали? Сережа у них потерялся. Я говорю, вы уверены? Я уверен. Его полиция вчера. То есть он в полиции? Он в полиции. Поехали на ним. Как нормальный ключевской пацан. Ужащийся. Выходи уже, давай. Да. Вот этот мужчина, его тоже зовут Сергей. Он сегодня вот меня целое утро абсолютно безвозмездно возит, помогает. Телефон даже, что Сергей. Все. Как вы, в полицию, через полицию нашли, да? Наручники есть? Вот, да. А в Токио просто раз запишем, не стал. Да, ребята, так автос не чистит. Вытри слезы. Бля, вот это вот такой мировой мужик на самом деле. Вот он меня домой к себе привез, познакомил с женой, с тещей, накормил меня. Я не знаю, как меня сняли, я проснулся, блядь, эстонский вытряслитель. Происходит
находится в Челси. Ребята целый месяц делали вот этот огромный клуб. Здесь, конечно, можно говорить, что ничего не сделано. Зато у них, смотрите, как у них. Здесь пластик, здесь бумага. Тут просто какая-то палисандра. В общем, сегодня мы будем первый открывать или первый раз попробуем этот клуб на слух. Вкус местное, сталинское пиво, эстонское пиво. Мы поедем отдыхать. Давай дальше, иди, приведи. Что, чёныш? Не напугать, так он так же живёт, он вообще по барабану, наверное. А сейчас там наверху в гнезде вы видите аиста. Это представитель семейства пернатых длинноклювов. В данный момент он сидит и напрягается от того, что кто-то любопытный вышел из машины и подходит понемножечку к нему. Сейчас он демонстративно расправит свои крылья в стороны. Сейчас мы проспались, взбодрились и поехали в центр Ярославля посидеть, попить пивка, погулять по городу, а через пару часов...
Сейчас идем в центре Ярославля. Идем к Сереге, к пивовару на комплексный обед, потому что не только пиво, а еще и пиво. Очень душевный человек. Здесь у нас просто шикарно не бывает. Евгений, его друг, проводит нас сейчас экскурсию большую про Ярославль. Очень, кстати, познавательно, реально. Ну вот, и мы сейчас покушаем и стартуем. Всем привет! Мы сейчас в Иваново. Вот мы стоим с Димкой, с которым мы сегодня будем выступать. Это группа Супертем. Да, я не забыл, он просто должен сам был представить. Вот, и мы группа Чокнутый Пропеллер. Составим сегодня компанию на этом оголтелом мероприятии. Наконец-то парни до нас доехали, потому что, по-моему, первый кто из всех мест уезжает, потому что я был. Группа вот Asshole Syndicate, это тоже ваша, да? Да. Они пытались, но что-то не доехали. То есть мы как-то с ними собирались играть, но вот нет. Вот наконец-то колесный десант выселился в нашей земле. Да. Доехали. В каждом встречаемся. Мы и в глаза тебя не видели. Вчера я бухал за столом ресторана, сегодня по завтраку тоже с программой. Жду вас на концерте группы. А, кстати, какую группу, да? А, я написал, да.
авантюра чья? Пока. Угу. До свидания. До свидания. Или... Убирайтесь. Проверяем! Let's get it. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, опять мы сегодня тут для чего? Для музыки, да? Встречайте сейчас тогда. Очень веселую, очень энергичную команду. Вот это радио. А мы там картоху никакую не перетопчем, чтобы не прямнем. Не всю. Тут еще хватит. Вот это классная картина была. Ну что, погнали? Где мой стакан? Да. Где мой стакан? Закончение тура, ёптать!